Кейл хитрее и гораздо умнее всех нас, особенно мистера Чая. Нам лучше подготовиться. Я должен быть уверенным, но мне страшно. Так, народ, общий сбор. Макарун, главное верь, что все получится. Мята, будет сложно, но не давай волю чувствам. Корсика, я знаю, что ты сохранишь хладнокровие. А ты, Кардамон, ну, просто будь собой. Знаете, я горжусь нашим чаем. Он так изменился. Короче, давайте готовиться. Приветище! Это Hi-Fi Rush финалочка. Битва с Кейлом. Вперед, испесный. Да будет пароль Кейла, и спектра конец. Личный лифт Рокфора ведет в кабинет Кейла. Заходим. Вот и все. Даже не верится. Наверняка ты не думала, что мы дойдем до финала. Да. И объединяться с сотрудницей Вандалой тоже не собиралась. Да, у меня в графике такого тоже не было. Ох, а у нас точно все получится? Я многому научился у мистера Чая и советую вам не париться! Чай? Да? Чай, я доверяю тебе. Не забывай об этом. Лишь вместе мы сила. Прибываем в кабинет Кейла Вандалы. Приготовьтесь. Остались лишь мы с тобой, Кейл. Никто больше не встанет у нас на пути. Мама? Мята? Ты здесь? Я и не уходила. О. Вот это прикол. Дальше вам не пройти. Мам, что ты делаешь? Я искала тебя, а Кейл здесь и к тому же... Спектра, знаю. Я обещала помочь ему, и нас никто не остановит. Роксана, ты бы никогда так не поступила. Выходит, ей управляет... Спектра. Главный труд Кейла способен подчинить даже самый стойкий разум. Ты влез в мозг собственной матери? А как, по-твоему, я стал тут боссом? Любимчиком в семье я не был. Отпусти ее! Вы, конечно, считаете, что спектры — это что-то плохое, но это не так. Это всего лишь способ привлечь больше клиентов. Ты что, таким образом просто хочешь увеличить продажи? Да ты хоть понимаешь, как трудно заставить покупателей что-то захотеть купить? Это капец как сложно! Ух ты, новинка! А какого цвета? А модель какая? Размер, скорость? А может нафиг? Весь этот стресс исчезнет. Ибо мы примем решение за них. Ты делаешь из людей рабов. Я их освобождаю и проведу их к лучшей жизни. Слова типичного... корпората. Так и есть. Посмотри на себя. Ты же захотел себе крутой имплант от Армстронг, чтобы стать рок-звездой. Фу. Ты никто без моих технологий. Ты повелся на рекламу, а теперь сам ею станешь. Но мама запустила проект Армстронг, чтобы помогать людям. Но Спектра моя идея! И главный здесь и я. Бам! Приступим к беспроводному испытанию спектра. Приглядывайте за своим дружком Чаем. Нет! Мы так близко! Крадешь мои разработки и называешь себя рок-звездой. Зачем тебе это? Я не знаю, что делать. Может, Кейл прав? Без этой руки я никто. Чай, не слушай его. Ты привел нас сюда. Это ты помог нам всего добиться. Но здесь-то я облажался.
Не вините себя, мистер Чай. Это все гармоническое силовое поле. Гармоническое силовое поле? Типа звуковое? Да. И чтобы уничтожить его, нужно много энергии. Если настроиться на ту же частоту... Я должен попытаться! Я не сдамся. Отойдите! Самое главное — чувствовать ритм. Я готов. Чай, не тормози, пожалуйста. Звуковые волны. Ты добиваешься своего, хоть и тот еще псих. Кейлу не понять. Что-то получается. Знаете, я горжусь нашим чаем. Он так изменился. Но мы сражаемся вместе. Ваши штаны, мистер Чай. Ну, тоже сойдет. Чай, я доверяю тебе. Не забывай об этом. Теперь я понял. Не нужна мне гитара. Я и так рок-звезда. Крутяк. Вы же сказали, что вам не нужна гитара. Да, но с ней-то круче. Мы справимся. Наконец-то тишина и покой. Принесите мне эспрессо с молоком. Есть лишь кофе без кофеина, сэр. Что? Эпичный выход! Снова они. Эй, Кейл! Дело есть! Да чтоб вас всех! Остановите их любой ценой! Краткая сводка! Народ, разделимся и догоним его! Ну, как бы все выбрали путь, а я чё, я тоже направо с макаруном пойду. Не знаю, есть ли смысл сейчас что-то собирать, поскольку финал. Дальше мне уже ничего не понадобится. Песня какая крутая. Я прям покачиваю головой под нее, под ритм. Пущ. И куда теперь? Я помогу, Чай!
Крутяк. Самое, что прикольно, то, что все здесь. Никто не отсиживается в бункере там. Я помогу. И все помогают, это круто. Отлично! Бой! Начали! Кис-кис! Вперед! О, летательные всякие штуки полетели. Ничего себе, как это получилось, что это вышло. Ну все, один на один, птичка. Птички разобрались, бежим дальше. Пустите нас. Черт, лифт не работает. Не проблема. Найду другой путь наверх. Как будто меня лифт какой-то остановит. Интересно, Кейл там уже наверху кофе пьет? Или он наслаждается, как я здесь вырубаю его роботов? Смотрит по камерам, следит за мной. Мы идем за тобой, Кейл! Что-то плохо все идет. Или не идем. Мистер Чай, теперь я вам помогу. Кардамон, полегче, пожалуйста. Я все-таки человек. Молодец, Кардамон. Соберись, Чай. А нам очень высоко? Ну, в принципе, да, нам очень. Ты уже почти у базы спектра. Да? Мне казалось, мне еще бежать и бежать. Опля! Эй, Чай, сократи тебе путь. Конечно. Вот это я понимаю, Корсика. Командная работа, елки-палки. Вроде больше препятствий нет. Вижу. Это еще что такое? Дальше тебе не пройти. Это же тот самый робот. Беги от него, Чай. Это что, робот Занзо? Похоже, Кейл его доработал. Да блин, я расслабился чутка. Зараза! Чпук. Ну, конечно, ну, конечно. Ребят, мне тут помощь, наверное, ваша понадобится. Так. Спасибо. Макарон, твой выход еще. Хорош. Начали!
О, кунг-фу восьмерочка! Погнали в парную! Киса, вне очереди влезла. Точнее, собачка. Домашнее животное опасное. Так, вот это вот, ну... Блин, жалко, Макарон не может ногти взять и кинуть обратно в эту стену. Начали! Зараза, он далеко стоит. Надо было ближе подойти. Обидно, очень обидно. Черт, смотри-ка. Отбил мою атаку. Полежи, отдохни, мальца. Зацепил меня. Выкуси, домашний песик. Давайте, быстрее уже раздуплять. У нас тут гигантский робот-убийца. Что будем делать? Одному тебе не победить. Держись от него подальше. Да я даже не знаю, куда бегу. Поищи, как вернуться к нам. Я вас могу призвать в любой момент. Как вернуться к вам. Дальше, дальше, дальше нам наверх. Еще выше. Ладно. Доверься мне! Я и так бегу вперед. Чай, налево! Беги в тот коридор! Мистер Чай, я взломал экран, чтобы помочь вам! Теперь нет этого экрана! Кардамон, как же я без тебя? Потемнело сейчас в глазах, точнее посветлело. Бежать некуда. Корсика! Пожалуйста, только не подведи! Класс! Чай, беги оттуда! Спасибо, Макарон! Еще не все. А, я мимо попал. Вылезли эти балки, и я между ними не ожидал. Да что ты, не зацепился-то? Как вообще? Как это вышло? Я нажимал, все, это не я косичнул. Мистер Чай. Да, так лучше. О, подожди, в коробку можно заскочить. Что-то взял. Батарейка. Это хорошо, и заюзаем ее сразу. Я заметил уязвимое место в руке громилы. Сомневаюсь, что этого хватит, чтобы его одолеть. Но стоит попробовать. Надо только подойти поближе. Я тоже заметил, когда Корсика снесла ему там на руке броню. Будем бить туда. Так, вроде бы он потерял меня. Опа. Нормальный нокаут, но я выжил. У него рука застряла. Сможешь подобраться поближе? Я пока занят. У меня тут гости. Жопа горит! Уже, так быстро. Мы только начали. Да блин, этот огнеметчик, надо его шлепнуть. Опять! Так. Вот так. Норм? Норм. Черт. Надо было выше прыгнуть, и тогда бы он меня не задел.
по-быстрому всех раскидал. И теперь остался Кейл. Точнее, его робот. Нет! Зря стараюсь. Яй, если есть идеи, действуй! Держи! Надо как-то на руку, на руку. Как-то на руку надо попасть. Так, подожди. Постреляем, знаешь, кем? Можно кого-нибудь призвать-то, ёлки-палки? Может, вообще в другую сторону бежать? Куда бежать? Вниз бежать? Вниз бежать. Нам надо вниз было бежать. Промахнулся. Я бегу-бегу, прям под ним, а нафига под ним? Там так отлично рука была открыта. Такого Кейл точно не ожидает. Прыг платформа, я на руку запрыгну? Давай же. Да блин, попасть не могу в ритм. У-хо-хо. Минус рука. Потрясно! Что дальше? Так, а где кардамон? У меня есть идея! Рука еще вполне рабочая. Кардамон, ты что делаешь? Наконец-то я могу быть полезен. Нельзя упускать такой шанс. Нам дали в конце поиграть за кардамона? Ай-яй-яй-яй-яй. Класс. Побежали. Мы сейчас эту руку себе прицепим и будем по нему стрелять. По-любому. Как волнительно! Теперь я понял, почему мистер Чай борется со злом. Он еще прыгать умеет. Это очень забавно. Полная совместимость! Правда, тяжелая очень. Не помешает рука помощи. Кардамон! Да, да, да! Надо помочь! Готовы? Погнали! Еще рисовать успевать, что-то себе на лице. Самый прикол, как ядра мощности, ну, батарейки у кардамона хватило, чтобы эту руку запитать выстрелами. Она же такая мощная. Как сам кардамон не подорвался. А, ну вот. Я был крут, мистер Чай. Ты был супер крут, кардамон. Вот это его расфигачило. Я его починю. Остановите Кейла. Я буду в порядке. Я рад быть полезным. Дальше мы сами. Ну же, поспешим. Пора. Зададим жару. За кардамона! Одного бойца мы, конечно, потеряли, но это не критично. Чё, Б, оценочка Б. Неплохо. Бежать некуда, Кейл! Вижу, вы неплохо сработались. У тебя ничего не выйдет. Вам не дано, что я умею. Я вижу цель, и я достигну своего. Довольно, Кейл! Тебе нас не остановить! О, да ну! Вышло пару хитов, но пора группе распасться. Чтоб тебя! Присоединяйся ко мне. Ты станешь настоящей рок-звездой. Прославишься на весь мир. Пожалуй, откажусь. Знаешь, мне как-то по барабану. И так понятно, кто будет плясать под дудку Спектра. Это что за железный человек?
Готовая пешка. Ты отлично послужишь мне. Я горд тем, что меня приняли в семью Ванделы. Чай такого бы не сказал. Ну, разумеется, я управляю... Что за... Пихай ему по полной программе. Да-да-да-да-да, восьмерочка! Вы что, троллите? Я что, с дурацкой кошкой не справлюсь? Ой! Блин, за восьмерку дали поиграть. Мяу-мяу-мяу. Кис-кис-кис. Пись-пись-пись. Сейчас я тебя носу в тапки, засранец. Где твои тапки? Покажи мне. Вперед! Покажем ему наши когти. Дурацкий агрегат. А ну на место! Давай, восьмерка! Держись, восьмерка! Чуть-чуть, это, тороплюсь. Прям вот чуть-чуть осталось добежать-то до него. Ладно, подожду. Блин! И сужалка. Вот, момент настал. Вперед! Все, слетела твоя бляшка с руки. Да. Зараза! Наваляй ему! От меня сложно избавиться. Ну, ты зараза. А знаешь? Давай-ка выйдем. А как же зрители? Без зрителей скучно. О, у него летучие какие-то мышки есть. А у меня восьмерка. Узри мою мать! Не уйдешь! Я отразил твою атаку, что? Я покажу тебе будущее. Отвали. Я его броню бродить не могу. Так, а как насчет пострелять? У нас получится. Погнали. Кейс, давайся. Наваляем. Разве мы не рок-звезда? Так. Мята, твой выбор. Помочь? Теперь ты! Я их отбылил. Забила! Порядок, чай! Везу! Вот и как! Поможет? Чай, мы должны победить! Забила! Да! Погнали! Чай, не слушай его! Тебе нет прощения, Кейл! Забила! Тебе конец, Кейл!
Погнали! Погнали! О, пробили, наконец-то! Сейчас ты познаешь на себе, на что я способен. Щупальцы? Твоя железяка, парень, и рядом не валялась. Что ж, посмотрим. О, да, конечно. А мне здоровье не поднимешь? Покажи, так, здесь макарон нужен. Пробиваем. Макарон. Сдайся. Отойди, чай. Я разберусь. Я с тобой, чай. Наваляем. Вот. А ну сюда. Блин, он меня ушатал. С новыми технологиями. Да, с новыми технологиями и с новым здоровьем, конечно, легко. Кто бы мне здоровье подкинул. Ничего, сейчас со второй попыточки я тебя настигну. Ты познаешь на себе, на что я способен. Бой! За дело! Ты слишком далеко зашел! Чай, я могу разбить линзу! Только я тебя сейчас заюзал. Цель захвачена! Так, кардамон. Отойди, чай! Я разберусь! Разбирайся. О, я бегу! Какого черта? Так, пробить я его не могу, когда он активен. Ну давай, что ты сейчас заюзаешь? Заюзай уже что-нибудь. Сюда! Чай, я разобьюсь. Корон. Кейл, сдавайся. Так, чуть-чуть щиты ему подбили, но надо еще мутить. Надо еще мутить. Задел! Есть! Теперь уничтожь их! Ну, слабенько получилось. Но у меня есть вот такая штука, смотри. Я прям вплотную к нему подошел. Ага. И это вообще никак не помогло мне. Погнали! Подожми, чай. Просто так зафакал свою ультаатаку. Так, короче, я подхожу, бью, он ставит блок. Я бью. Не работает так. Покажи, Макс, есть, покажи. Получи. Есть, что-то ему там сломал. Горю. Делай, хорошо. Тебе конец, Кейл. Выпусти. Так, последняя рука у него осталась. Я все руки отбил. Все кончено, Кейл. Со мной. Ты бы мог выбиться в люди, чай. Ты же говорил, тебе по барабану на меня. Что-то как-то жестко. Увы, но твой путь оборвется здесь и сейчас. Ну что ты там еще придумал? Devil May Cry в чистом виде, вот серьезно. Покончим с этим! Узри мою мощь! Кортика, мы их покажем! Теперь ты их призвал? Не уйдешь! Вперед, мята! Сейчас, у нас получится! Его, короче, надо в воздухе мусить. Это самые безопасные маневры, которые я могу. Зараза, эти дроны еще его. Как они меня бесят. Кортика, поможешь? Я с тобой, чай! Тебя меня не остановить! Тупой дефект! За дело! Чай, мы должны победить! Вперед, мята! Слушай! Начали! Ульта! Хитики! Вот так!
Возьмите! Тупой дефект! Я копыли. Машенька, поможешь? Эй! Почти, почти! Ты, мою мать! Конецкий! Ее! Довольно! Че, к зрителям погнали? Макарун! Я не позволю тебе загубить компанию. Давай, Корсика! А ведь тобой я восхищалась! Мята! Ай, профукал с мятой все. Ванделой не главное. Главное – это семья. Теперь игра окончена. Все кончено. Отдавай нам пароль. Никогда. Вы просто кучка лузеров. Может и так. Но вместе мы непобедимы. Чай! Как же вы задолбали. Самоликвидировался, прикинь. Взорвался просто, и все. Фух. Уф, получилось. У вас получилось? Думаю, да. Ого. Отличный пароль, да? Пароль – это паспорт. Система перегружена. Вот и все. Теперь это просто металлолом. Я хоть и переживал, но не сомневался в тебе. Гляньте, кто тут у нас? Судя по обстановке, не обошлось без мистера Чая. О. Мы быстро поставим тебя на ноги. Получилось. Ты справился. Мы справились. Мне жаль, что вам пришлось через все это пройти. Все в порядке, мисс Ванделей. Я вас больше не подведу. И была бы рада исправиться. Для меня будет честью работать в компании, которой я так восхищалась. И мы примем тебя с большой радостью. А, Макарун, как же я рада тебя видеть после стольких лет разлуки. Я должен был что-то сделать. Я же видел, что происходит. И ты сделал, это главное. Ты снова начальник отдела разработки. У меня и помощник есть. По мне не скажешь, но перед встречей с вами я замечательно провел время. Я больше не буду убегать. Я знаю, ты хотела как лучше для меня и для компании. Мята, оставайся верной себе. Это же твоя жизнь. Нам с тобой нужно многое наверстать. С удовольствием. А, чай. Я бы рад помочь, но вряд ли... Вряд ли я вам подойду. Так что я пойду, пожалуй. Чай? Ты особенный парень, и ты это знаешь. Ты смог победить с тем, что у тебя было, и это чудо. Такие, как ты, нам как раз и нужны, видишь ли.
А проекту «Армстронг» нужен представитель. Самая настоящая рок-звезда. Интересно? Кайф! Мне игруха зашла. Она драйвовая, эпичная. Короче, все, что должно быть в крутой игре. Я кайфанул. Если тебе тоже понравилось, пиши в комментарии, что это круто. Это офигенно. Ставь лайк, подписывайся. И мы начинаем проходить новенькую какую-нибудь игруху. Хотя мы и так уже новое что-то там проходим. О, тачку починили, молодцы. Придется титры посмотреть. Там в конце по-любому чай будет на сцене зажигать с гитарой. Макарон кардамона чинит. Как он в эту тачку влез? Чай разучивает новую песенку на крыше. А он вообще играть умеет на гитаре, кстати? Прикольно, если Чай в принципе не умеет играть на гитаре, и он пришел в Армстронг, чтобы ему подарили руку, которая умеет это делать. Ребята едут на заслуженный отдых. Или, может быть, на концерт Чая. А чё кардамону ноги не сделали? Что, решил научиться играть на гитаре? Ну да, чтобы наверняка без работы не остаться. А то вдруг здесь не сложится. Он всё-таки не умел играть на гитаре. Ну вот и всё. Спасибо за просмотр. Не забывай поставить лайк и подписаться, чтобы не расставаться и видеться в следующих играх, на которых мы и увидимся. Так что до встречи.